Так, всем привет, друзья, с вами Андрюха. Зашел вот на речку Белая. Сижу здесь как-то, в принципе, достаточно долго сегодня. Так, вот судя по садку, да, так, ну, по времени вылова, давайте поставим. Почти 2 часа, да? Ну да, так и получается. Почти 2 часа сижу. Погодка здесь, конечно, вообще трэш. Уже получается, про третий день начнется. Погода пасмурная. Льет дождь. За все эти час 50 рыбалки, ну то есть почти 2 суток игровых, удалось поймать 27 хвостов. Причем я бы не сказал, что прям такие жирненькие рыбки. Вообще всякая мелочевочка, да, у нас. Тут форельки, вон, 870, 880. Хариус, значит, что у нас? Кило 600. Ну, килошник, ну, средний, даже щучка вот попалась одна. Ну, в общем, рыбалка, конечно, вообще трешовая. Народу, в принципе, немного. Перепробовал множество уже достаточно приманок. Ну, в смысле, блесенок. И что у нас по факту получается? Получается, оббегал весь берег. Весь берег, вот начиная от отсюда, отсюда и вот даже на северном был. Корнеты кидал, спайкеры разные кидал. Единственное, что не кидал, это не пробовал акилы кидать. Вот самый результативный был спайкер синенький. Не то, что сейчас с точками 8 номер, да? А именно 7. На него как-то больше залетало более-менее рыбы. Ну вот не знаю, вот сами посмотрите, сами решайте, стоит ли сегодня вообще на Белую реку заходить. Клёв ужасный просто. Просто ужасный клёв. Я, конечно, побегал, ну, пробовал менять всякие наживки, ну, всякие приманки. Но, как видите, ничего хорошего из этого не получилось, не вышло. Так, 15 уровень тестостерон получил. Поздравим рыбака. Ну вот как-то так вот сегодня неудачно я зашел, конечно. Немного поклевывало возле палаток, но опять же в основном всякая мелочевка. Конечно, это все из-за погоды. Погода ужасная. В чате тоже особо ничего такого интересного не проскакивало. Ну, проскакивало, помню, на Южном мысе. Кто-то поймал форельку на 3300. Вот, собственно, и все за вот эти практически 2 часа. Ну, зайти, конечно, все же стоило. Всегда стоит зайти на какой-то водоем, что-нибудь попробовать, покидать. Вот покидали мы 27 хвостов. Садке. Это даже вот смотрите на семерочку. Клёв резко упал.
Сейчас тут немножко постою, покидаю, пойду еще возле палаток побросаю. Посмотрим, как там. Хотя я был там минут 20 назад. Там в основном тоже люди сидят, курят. Дозар пишет на венке, был только что, благодать. В смысле погоды благодать. Скорее всего погода. А белая нас сегодня по погоде вообще не радует. Вот люди только и успевают чай пить, кофе, различные спиртные напитки. Рыболов с Дальнего Востока пишет, на Волхове вообще беда, рыбы нет, резать нечего. Да, на Куоре после этого водоема может сходить, кататься, съездить, даже не знаю. Но на Белой сегодня вообще трэш какой-то лютый. Вот смотрите-ка, ну у людей все равно потихоньку килошные, полутора килошные хрыски залетают. Потихоньку, помаленьку рыбу ловят. У нас что-то совсем все замолчало. На точке 72-60. Так, ну ладно, давайте возле палаток покидаем чуть-чуть. Минус 3.47 точка возле палаток. Ну, сейчас будем смотреть, как тут. Ведь в последнее время, куда бы я ни пришел, на какой бы водоем, везде какая-то плохая погода. Хотя вот смотришь, судя, допустим, вот на Белую заходил, там буквально минут, ну сколько, минут, наверное, 10 была нормальная погода, потом она резко испортилась. Да, как-то на дождливую погоду мне по-черному везет в последнее время. Так, синий спайкер тоже, я смотрю, замолчал. Нет, только сказал, смотрите-ка, что-то. Телохорюзок. 854 грамма. Кафе тоже ничего у нас интересного нет. Но там есть два, значит, хариуза от кило 999. Но нам такие сегодня не ловились. Попробовал покидать немножко. Вот у меня не закрытые, получается, на этом водоеме густера, не закрыт ельчик и не закрыта плотва. Вообще ноль эмоций. На поплавок вообще что-то. Ну вообще нет никаких поклевок. Буквально абсолютно. Ну как раз, конечно, и дождь был. Как раз он только начался. Я там с минут 40 спиннинг покидал. Решил покидать поплавок, раз такое дело. Но на поплавок тоже ничего не зашло интересного. Вот такая вот сегодня рыбалка на реке Белая. Мокро и неприятно. Клёва практически нет.
Ну вот, кто увидит это видео именно сегодня, я вам, честно говоря, не рекомендую сегодня идти на белую. Делать тут нечего, от слова совсем. Даже вот на синий спайкер, и на тот прекратился вообще хоть какой-то клёв. Из нескольких забросов одна рыба — это не клёв. Так, ну, хотел попробовать акилы покидать напоследок, да? Давайте попробуем. Какую бы нам покидать акилу? Восьмерку, шестерку или две? Давайте восьмерку. Блин, ливень-то не прекращается вообще ни в какую. Плохо дело что-то на белой сегодня, да. Я думал, будет интереснее. Акил тоже молчит. Двадцать восемь хвостов за 2 часа. Да, давненько я не припомню таких результатов на белой. Сто процентов тут не то чтобы 150 монет получается, да? Ну, в самом таком худшем раскладе. Тут, по-моему, даже соточки нет. Может, рублей 60, 70. Сейчас можно вытащить. По крайней мере, вот у меня сегодня такой результат. Так, это у нас получается тоже молчит. Акила. Что мне тут поставить? Пятерка. Ну давайте, нет, шестерочку поставим. Попробуем на 6 половить. На 6 номер. Такие вот. Но, честно говоря, мне что-то кажется, что это дело бесполезное. Такой дождь. И дождь. Вообще плохая пасмурная погода. Будет еще довольно долго здесь стоять. Будько пишет: состязания кончились и попер нормальный хариус. Ну, не знаю, не знаю, у кого попер, у кого вообще не попер. Такую погоду только состязание и делать. На 6 получается номер, какая-то активность.
пошла у нас. Выпил почти все вино, что приготовил. Так, это у нас получается форелина. Нет, это жерех. Или голова, жерех, 1,3 кг. И заказов никаких интересных особо нету в кафешке. Что там уже похоже перевалило, да, у нас за 2 часа. Так, вот какая-то поклевка, надеюсь, не жерех. Да, ясь или что это, зёк непонятно. Ясь 1,9 кг. Светлая рыба, да, клюет на эту окилку. Жерик. Сейчас еще голавль до кучки клюнет, и будет вообще прекрасно. Тридцать пять рыбаков сидят, мокнут. Всех все устраивает. А мне такая сопливая погода, что-то вообще не по душе. У меня и за окном погода пасмурная, еще и в игре пасмурная погода. Это как-то не весело. Ночная бабочка выпила водку пролетарскую и заела все это вареной картошкой. Так, ладно, последний раз закидываю и, наверное, пойду сдавать улов, если это вообще улова можно назвать. Хорошо, что не поставил запись с самого начала. О, достаточно скучный видосик бы получился. Да, он и так скучный. Дождь, туман, лёд так себе. Даже не знаю, куда теперь сходить после этого водоема. На Волхове пишут тишина. На Ахтубу, что-то не хочу я на Ахтубу. Так, в общем, ладно, сворачиваемся. Так, ну давайте чекнем, может, что изменилось в кафешке. В кафешке ничего не изменилось, да, я смотрю. Подольская, клаква, судачок 8 килограмм. Рисков мы таких не ловили. Так, ну хорошо, посмотрим, что нам за 32 хвоста на рынке дадут. 182 монеты, грубо говоря, за 2 часа, 140, да? Ну сейчас уже больше, ну я говорю, где-то получается 90, 80-90 монет в час. Ну это вообще неинтересно. Так, продаю. В общем, друзья, всем, кто смотрел, обязательно ставьте лайки и обязательно подписывайтесь на канал. Каналу это очень сильно поможет. Это не так уж и сложно.
просто нажмите кнопку подписаться. В общем, друзья, всем пока, всем удачи. До новых встреч. С вами был Андрюха. Пока.